Маленького принца Джорджа с трудом удается уложить спать, а ночью чаще к нему встает мама. Подробности первого месяца жизни своего сына рассказал гордый отец, принц Уильям. Это его первое интервью после того, как он забрал семью из роддома. Ему нравится, когда меняют памперсы. Кстати, именно я надел на него первый подгузник. Это был такой торжественный момент. Третий претендент на британский престол родился 22 июля. На следующий же день по королевской традиции его показали публике. Принц Уильям заверил, ни ему, ни жене герцогине Кейт это не было в тягость. Как и любым родителям, им хотелось похвастаться своим первенцем. Светлана Чернецкая, Анна Боль, подробности, телеканал Интер.